Приветствую всех зрителей канала Fashion TV. С вами Джей, Катя Гусева. Мы находимся в Казахстане, в городе Алматы, где сегодня состоится торжественное открытие бутика Беллы Потемкиной. Вы дизайнер, которого канал Fashion TV я лично очень любит и считает одним из лучших дизайнеров России. И очень приятно, что мы в этот день торжественный вместе с вами. Как вот вы себя ощущаете в роли еще все-таки одного магазина и вообще совершенно в другом регионе? Да, это Казахстан, это не Россия. И насколько это ответственно? Я очень люблю Fashion TV, очень люблю вас, все ваши передачи и наше замечательное сотрудничество. Во-вторых, хочу, конечно, поблагодарить Казахстан, Алматы за очень гостеприимный прием. И у нас из Казахстана очень-очень много всегда заказов и очень много поклонниц бренда. И, конечно, я безумно счастлива, что наконец-то у них появился первый флагманский магазин Белла Потемкина. Модницы Казахстана могут прийти и выбрать все, померить и насладиться именно атмосферой бутика. Почему вы выбрали именно этого российского дизайнера? Я являюсь давней поклонницей бренда Белла Потемкина. Мне бы хотелось, чтобы наши казахстанские модницы окунулись в мир эстетического удовольствия, красоты, женственности. Я надеюсь, мы будем развиваться, и бренд Белла Потемкина будет еще более популярным в Казахстане. Как у вас ощущения от открытия бутика Беллы Потемкиной? Ждали ли вы этого? Ну, на самом деле ждали. Ждали очень долго. Наконец-то у нас есть этот бренд. Я счастлива. Такое красочное открытие. Не ожидал даже. Я думаю, здесь каждый найдет что-то себе по душе. По крайней мере, я не могу безразлично остаться ни к чему. Я уже столько всего себе здесь выбрала. Все-таки одежда, она важна для артиста на сцене? Конечно, важна. Артист должен чувствовать в первую очередь себя комфортно. Собственно, сегодняшнее платье я выбрала именно с этой целью, с этой позицией. Мне в нем комфортно, я в нем чувствую себя просто королевой. Таких вот магазинов, как у Беллы Потемкиной, у нас не хватало. Платья действительно шикарные, просто великолепные. В Белле такие необыкновенные наряды, все очень женственно. Я считаю, концепция Беллы – это олицетворение женственности, утонченности. Сильные женщины, но в то же время слабые и нежные, то есть настоящие богини. Очень красиво, очень рад, что в Казахстане появился бренд Беллы Потемкина. Знаком с ним еще по Москве, это мои очень хорошие друзья. Я уже на втором открытии. Мы были в Сургуте, сейчас мы в Казахстане. И каждый раз директора этих магазинов и владелицы, они красивые, молодые девушки, у которых семьи. Как вы считаете, так и должно быть? Это очень трогательный для меня момент. И я тоже вижу эту статистику уже просто. И безумно счастлива, потому что они действительно богини. И я счастлива, что именно такие женщины становятся нашими франчайзи-партнерами. Мне очень нравится творчество дизайнера, потому что я сама очень люблю такие женственную лаконичную одежду, такой лаконичный крой. Это одежда, которая создана для тех девушек, которые любят себя, которые ценят себя, вот, и которые любят быть в центре внимания. Я искренне рада всем нашим гостям,
моим друзьям, которые пришли сегодня на открытие первого бутика в Казахстане. Я благодарю Беллу Потемкину за то, что она лично приехала к нам. Мы сделали этот праздник для вас. Поздравляем красавиц города Алматы с открытием нашего фирменного бутика Беллы Потемкиной. Желаем процветания, больших продаж и всех благ. Успехов Олесе в этом бизнесе, в мире моды. И желаю процветания и красоты. Для Олеси я хочу пожелать ей не уставать. Много-много творческого вдохновения. Можно больше благодарных клиенток, чтобы они возвращались снова и снова. Беллы Потемкиной желаю развития, чтобы ее монобутики, флагманские бутики были во всех странах мира. Процветания, успеха и популярности на нашем рынке. Побольше довольных клиентов, побольше красивых девушек для такой красоты, как у Беллы Потемкиной. Удачи и больших наших, как говорится, дам, чтобы одевались как можно гуще, красивее. Побольше гостей, поклонниц, примерок, звонкого смеха, счастья и большой-большой женской радости. Телеканал Fashion TV поздравляет с торжественным и ярким открытием первый флагманский бутик в городе Алматы дизайнера Беллы Потемкиной. Мы желаем вам процветания, хороших клиентов и, конечно, получайте удовольствие от того, что вы делаете. А с вами была я, Виджей Катя Гусева. Оставайтесь на фэшне. I love Fashion TV. 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 I love Fashion TV.